там деревья, я же тоже... Но выше подними чуть-чуть. Так проводят обследование паводковой обстановки с применением беспилотников. Мероприятие в микрорайоне Затон проводит оперативная группа Барнаула и сотрудники Главного управления МЧС по краю. В Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровень воды по состоянию на 24 мая уже достиг отметки 551 сантиметр. Дальнейший прогноз развития обстановки состоит в следующем, что у нас в верховьях реки Катунь и Бия вторые сутки идет стабилизация уровня. Мы прогнозируем по городу Барнаул еще сегодня, может быть, сутки незначительное повышение уровня воды с дальнейшей стабилизацией. Для контроля обстановки сюда введена группировка сил и средств в составе оперативной группы города. Установили, что на сегодняшний день частично подтоплено 12 приусадебных участков на улице Пароходной и переулке Перевозном. В ходе работ оперативная группа совместно со спасателями обошла более 150 дворов, которые в первую очередь подвержены подтоплению, в том числе 25 домов, где проживают маломобильные граждане. Кроме того, продолжается работа в ежедневном режиме подрядной организации. Дополнительно подводится подсыпка валов, проведена на улице Лоцманской, Затонской. Сегодня мы работаем на улице Сенной. Эту работу будем продолжать и по ситуации, где будет требовать ситуация, будем производить дополнительную подсыпку. Необходимый запас глины в объеме 4000 кубов заготовлен резерв. Ситуацию держат на контроле в круглосуточном режиме. Состав сил и средств составляет 11 человек и 4 единицы техники. В дневное время количество людей и техники увеличивается. Юлия Щепина, «День с толком».